По данным синоптиков, в большинстве районов области снег, на отдельных участках дорог – заносы и гололедица. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. На время метели ГИБДД города будет работать в усиленном режиме. Для сопровождения снегоуборочной техники на улице выйдут дополнительные экипажи ДПС. Пешеходам следует позаботиться об оснащении одежды световозвращающими элементами и переходить проезжую часть только при полной остановке автомобилей. Водителям на время непогоды советуют отказаться от поездок на личном транспорте. Правда, следование подобным рекомендациям может влететь в копеечку. Из-за ухудшения погоды цены на такси взлетели в 3 раза. Увеличилось вдвое и время в пути. Пробки составляют 9 баллов.